Пожалуй, я еще решил немного снять из JFK, третий терминал. Это, ну, я так понимаю, это зона duty-free. Потому что тут перемешку магазины. Сейчас покажу. То есть там можно много чего купить. Вот Brookstore. Тут для планшетов всякие чемоданы, iPad каверы, колонки и такая мелкая электроника. Ну, вот здесь. А, ну вот. Вот это вот duty free. Типичный duty free. Не знаю, можно ли тут снимать на видео. Вот, но я сейчас просто покажу лучше, что происходит так вокруг. То есть тут достаточно большое, это зона Дельты. Ну, там еще один Starbucks, я вообще уже насчитал около 3 Starbucks. И много различных забегаловок. Цены, ну, цены достаточно приемлемые. То есть, в принципе, можно покушать долларов на 30, на 40, что-то такого, ну, не... Не фастфуд, а чего-то более правильного. То есть, если у вас долгая пересадка, часов 5, то можно, в принципе, за 30-40 долларов что-то себе купить. В принципе, для аэропорта это нормально, потому что в Москве за такое же заломит раза в 3 дороже. Вот, но с другой стороны, как бы всякая электроника, всякие такие гаджеты, девайсы тут, ну, оптимальнее покупать в, допустим, в США, ну, как бы уже в городах, в моллах, в аутлетах каких-то. Потому что здесь все равно, здесь, ну, как бы, цены более накрученные. И как бы все равно это все получается дороже. Ну вот, я прошел этот duty free. Ну, сейчас я зайду сюда, посмотрю, что тут происходит. Ну, тут духи продаются. No video. Ну вот, как я и думал, в Duty Free мне, в общем, попросили прекратить съемку видео. Поэтому я там так сам прогулялся, посмотрел, что там есть. Ну, ничего такого особенного. Там, в принципе, не было. Что в обычных Duty Free бывает, не знаю. Что-то покупать там смысла не вижу. Я думаю, что я буду еще в Милане, и в Милане смогу походить. Ну вот, как-то так здесь все происходит. Ну, очень много таких магазинчиков для туристов. Но я как-то, ну, в общем, на это все я достаточно перегорел. Потому что все это, ну, как бы просто транжирование денег и как бы ничего больше. Вот. Ну, вот как-то так. Сейчас чуть-чуть позже я еще сниму свой гейт, с которого я буду летать. Покажу, как там все стоит. Там так прикольно достаточно все сделано. Айпады вокруг все установлены. Вот. Ну, с вами был Игорь.